В Чебоксарах стартовал прием заявок на конкурс «Общественное признание». Он традиционно проводится в рамках празднования Дня города. Основные критерии для отбора победителей – социальная значимость проектов для столицы. Участвовать в конкурсе могут как обычные горожане, бизнесмены, так и коллективы предприятий, представители некоммерческих организаций. Жюри будет проводить отбор лучших по 10 номинациям. Самое главное из них – традиционно «Человек года». Есть отдельные номинации для семей, хранителей традиций, молодежи и подростков, горожан, которые занимаются экологическими проектами, развитием физкультуры и спорта. Итоги конкурса комиссия подведет с 1 по 5 августа.